Значит так, Assassin's Creed. Я давно хотел сделать на него какой-то обзор, хотя бы такой минимальный. Но в этой игре я не могу даже начало-то это выдержать. Вот это вот средневековье, кажется, мне нравятся все игры про средневековье, да? Вернее, мне казалось, что мне нравятся игры про средневековье. До того, как вышел вот этот именно Assassin's Creed. А потом я это стал просто ненавидеть вообще. До мне казалось, что плохую игру про средневековье ну никак не сделать, да? Надо просто прототайп перенести в прошлое, вот тогда получится плохая игра про средневековье. Да как раз вот Assassin's Creed-то и получится, в общем-то. Ладно, заставки эти перед игрой, фиг с ними. Давайте что-нибудь сделаем там. Нажмите что-то. Да давайте новый. Нет, мы старый удалим сейчас. Удалим. Профиль Гриша. Создадим профиль. Давай. Вася. Хорошее имя, мне нравится. Главное, чтобы не Олег, а Олегом назовут, это хуже всего будет. Если тебя Олегом назовут. Ладно, настраивать ничего не будем. Просто новая игра. И я этого не выдержу, что сейчас будет. Ну, я уж пытался записывать эту хрень, да, и не мог, да. Ну, иду, иду я. Я иду, иду. Да я бегу, бегу. Да иду, иду я, иду. Чё, иду я? Иду, не надо. Shift жму, я Shift жму. Уйдите отсюда от меня. Но оно само кончилось. Не могу эту чушь слышать, эти голоса вообще. Мне плохо прям становится. Тут все равно куда идешь и что делаешь, да, все равно ты пройдешь. Конечно, не по-настоящему, это говная игра, я считаю еще. Конечно, не принесут, так и бредятина вот. Психотравму наносит сама эта игра, а не то, что там людишки бегают. Именно эта игра наносит психотравму, да, вот этой хренотней, да, ведь видите, без лиц все ходят. Шизики просто делают для шизиков. Вот. Да пошел ты, раб какой-то нападает на меня. Постоянно прет, да, видишь, все. Ну, вытащили, хорошо хоть. Хорошо хоть вытащили. О, господи. Он нам жизнь спас, офигеть. Ебантроп, да? Похититель, да? Анонимус. Конечно, он не знает, что это. Сумасшедший придурочный ученый. Да, британский еще к тому же. Все. Сейчас будет проверять, что будет, если в жопу мартышку засунуть. Наверняка, да? Конечно, у меня нет с вами времени на игры, вот это говно. И главное не пропустить эту заставку, нифига, я офигеваю. Ассасин, блин. Убивать там надо, да, офигевать, да, убивать народ, да. Чё, это зэк, что ли, зэк? Зэк, доктор Шизик, эти там. Сумасшедшие там виртуальную реальность создают или прошлое отправляют. Что то, что это ебатория полнейшая. Да давайте вы быстрее, наконец, вы мне честно надоели. Вот как вот это вот в намаз выдержал? Уже делал обзор на эту игру, как он мог вот это выдержать вообще? Он, наверное, прям тут выключился и все. Ну давай, давай. Давай, давай, наконец, попёрли отсюда нафиг. Наконец эта чушь закончится вся. Анонимус, не надо мне внутри анонимус. О, господи, они из ДНК реальность его создают, то есть, да?
Не просто биты там во вселенной, да, из двухмерного пространства трехмерное создают, а прямо с ДНК создают прошлое, да, из воспоминаний предков. Охереть не стать, конечно. В рамках научпопа, конечно, вот этих вот пабликов ВКонтактовских, это вполне возможно. Я это представляю, это вполне возможно в рамках научпопа, да? Типа ученым создадут прошлое из ДНК, и народ поверит в ВКонтактовский. Животные используют знания, накопленные предками. Да, из ДНК прямо. Они не из ДНК используют, а их инстинкты, блядь. Дебилоидный шизик, профессор, офигеваешь, да? Инстинкты жесткие, да? Никакого ДНК там не участвует, блядь. Идиотина. Память предков, да-да. И знаем сейчас, правда, да, про графа Дракулу. Ну давай, закрыть, давай. Чё, нету? Нету, заблокировалось, да, в ДНК. Давайте. Давайте, подсознание, не ной, блядь. Это вообще наркоманка какая-то. Наркоманка полнейшая. Это шизик, доктор. А это наркоманка вообще, пиздец. Витьки глаза отбитые вообще. Отбитейшие глаза просто у нее. Вон, видите, там сбоку. Ну давай, наконец. Давай, наконец. Поперли, давай, давай. Давай, давай, наконец. Надоело своими эффектами. Установление деградации. Если будешь играть в эту игру, установление деградации у тебя будет. Ну, попёрла. Давай, сюда, сюда я иду. Я сюда иду. Я воздух толкаю. То есть вот так раз и воздух толкаешь. Две кнопки жмешь сразу, и воздух он отталкивает. Да, вот так, хопа. Анонимус. Надоел ты, анонимус. Попёр, да? Давай, куда идти-то? Чё? Концепция марионетки для управления предком. Так. Так. Ну давай. Я не могу этого терпеть. Кнопка головы, офигеть. Ну вот они стоят. Одна с лицом, другая без лица. И что? Да пошли вы со своими горшками, идиотины. Нахер вы мне нужны. А, сложно, сука, блядь. Давай, 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 отсюда иди. Давай, давай, иди отсюда, иди, давай, давай, давай. Иди, иди отсюда. Давай, давай. Иди отсюда. Давай, давай, иди отсюда нафиг, иди, иди. Иди отсюда, давай, 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 иди отсюда, иди отсюда. Ты иди, ты пошел отсюда, пошла отсюда, иди, иди отсюда. Идиотина, так. Ай, геймплей суперский, да? Уровни 2010 года, да? Кнопка 1, это мышь, да? Где кнопка? Один, блядь. А, мышь точно. Ну что, ебануть этого идиота, да?
Один и shift. Так, я это не смогу. Так что пока мы прекратим с этим обзором. А потом я включусь, когда будет у меня мнение окончательное об этой игре, да? Нет, короче, ничего я не буду делать, но я нафиг эту игру. Меня она раздражает прям вот этим геймплеем, да, вот этим, надо бегать, прыгать, там что-то. Это как в этой самой Mirror's Edge, ненавидимой мной еще. Не хочу ничего, даже обучение проходить не хочу в этой игре. Ну ее в одно место, эту игру. Вместе с этим обучением вообще не хочу заморачиваться даже. Идет она в одно место, если там требуется такое обучение, пошла она в одно место вообще. Отправляется эта игра под немедленное удаление и безжалостное. И все вот. Даже заморачиваться не буду. Кстати, вот что произошло-то. Я как стал команду выполнять, и оно раз вот так. Видите, что произошло. И клавиши залипания клавиатуры включились, и экран сдвинулся, да. Вот, то есть они команду используют, которая используется при залипании еще. Вот. Точно такую же, то есть shift и кнопки, да, на мыши. Shift и кнопки на мыши автоматически про залипание там говорит, да, диалог вылезает и Windows с ней. Вот. Ты что, ну и нафиг, да? Ну и нафиг, на любителей или на школьников, не знаю, это игры уже 2010 года, то есть они... Они такие уже. Они не для народа, да, для самой мелочевки, то есть, да, лет 12 только рассчитаны. Это раньше игры для всех возрастов рассчитывались, то есть это... Под среднее, где-то под 16 лет, а в 2010 года уже все. Даже, может быть, раньше, 2004-го, 2006-го, но в 2010 году все уже. Уже все игры стали рассчитаны на школьников, да? И на самых тупых, при том, чтобы они прошли, там, и сделана такая сложность на легкую или нормальной. То есть любой школьник, 10-летний или 12-летний, должен пройти игру на нормальной сложности. А если он тупой, то он на легкой вообще игра за него пройдет сама себя. А, вот, так что это фигня вся. И тут тоже геймплей, я думаю, основан на вовремя кнопки жать. Вот не люблю такое, вот War, вот этот самый предыдущий, что я играл, War у этого и не прошел еще пока. В этот раз не прошел, в прошлый раз уже проходил. Просто чисто вспомнить поиграю, думаю, что хорошее. Да, там тоже геймплей такой, кнопки нажимаешь вовремя, игра сама себя проходит. Я указываю, что нажимать, нажмешь и все, все проходит, даже думать ничего не надо. Не прятаться, не думать, все, иди, только кнопки жми, которые показывают, и все, и пройдешь. И тут то же самое, я уверен, поэтому ну и нафиг. Вот такие дела. Чуть думать, что хотите, да, там держитесь, потому что денег нет по-прежнему.